Немецкая пилотесса София Флёрш получила тяжелую травму в результате аварии, в которую она попала во время гонки Формулы-3 в Макао. 17-летняя Флёрш столкнулась с соперником на скорости выше 270 км в час. Ее болид взлетел в воздух, перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. Помимо Флёрш, пострадали еще несколько человек. Все они находятся под наблюдением врачей. У самой Флёрш медики диагностировали перелом позвоночника. Ряд агентств сообщают, что у гонщицы нет признаков паралича. «Девушка не теряет силы духа. Я в порядке», — написала в своем твиттере Флёрш. «Завтра утром мне предстоит операция. Спасибо всем за проявленную заботу, поддержку и сообщения».